От керосина до айфона. В Новосибирске открылся музей связи и техники. Это филиал краеведческого. Он расположен в здании главпочтамта. Раньше в нем на сравнительно небольшой площади соседствовали два музея олимпийской славы и связи. Увеличилась экспозиционная площадь после того, как музей олимпийской славы переехал. У нас появились дополнительные площади. Поэтому мы решили расширить музей. Помимо истории, рассказывающей о связи, мы решили дополнить музей коллекциями из нашего музея, рассказывающей о технике. То есть это и весы, часы, осветительные приборы, то, что раньше не входило в музей. То есть и музей, собственно, поменял название. Он стал теперь музей связи и техники. Несколько залов рассказывают об эволюции инженерной мысли. Так, здесь представлено множество осветительных приборов. От керосинок до современных настольных ламп. Есть печатные машинки, сменившие их советские и зарубежные персональные компьютеры. Представлены разработки новосибирских институтов и продукция местных предприятий, магнитофоны, телевизоры. Сохранилась и экспозиция, рассказывающая о разных способах связи. Здесь можно узнать о том, что такое фототелеграмма, постоять в очереди к автомату и узнать, как работали новосибирские телефонные станции. Телефонистка, к примеру, брала вот такую шнуровую пару и один конец провода вставляла в гнездо того, кто звонил в номер 12, а другой в номер 10, с кем он хочет поговорить. Вот. Далее она занималась другим. Вообще на все про все она тратила буквально 8 секунд.